Давненько я не была здесь, то бишь в Озерках. Мы сейчас на Первом озере. Пришла сюда давно, здесь не была. С этим местом связаны самые удивительные воспоминания. Что с Первым озером, что со Вторым. Вот. Но они несколько такого более личного плана, поэтому я никому не скажу. Вот. А у нас тут лето наступило, в коем веке. А то все холодно было. Кстати, привет из Питера. Вот это Первое озеро. Народ уже по-летнему раздет, играет в волейбол. Город остался где-то там. А мы сейчас спустимся вот сюда. И пойдем дальше. Вот там вдалеке через деревья Второе озеро. А вот оттуда мы пришли. Я тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Очень-то в плотно упаковывающих сапогах с каблуками идти по песку. А мы сейчас идем ко Второму озеру. А вот и песчаной бури. Тепло все усиливается. А ноша в виде куртки становится все более тяжелой. У Второго озера. Здесь сильно пахнет жидкостью для разжигания углей, для шашлыков. Ну, впрочем, все везде здесь люди наши пользуются возможностью в хорошей погоде идти на шашлыки. Я своими каблуками пропахала весь чернозем. А здесь на Втором озере устроили такую штуковину. Катание на доске, по всей видимости. Вот. Приезжают сюда и на машинах. Что на этом месте было дерево, вот, по которым был пикник. Это тоже мимо. Хождение по воде. Пока Второе озеро. Сейчас мы пойдем вот туда, к выходу в город. Два шага. Вид у меня сегодня, конечно, не гулябельный. Здесь частные дома. Участок с коттеджами. Этого озера. Я бы сказала, что в такую погоду, в таком месте бы лучше пригодились лапти. Гигиеничнее без каблуков. Вот. Съемка частной собственности. Запомните это место. Это ко Второму озеру. Я заметила такую вещь, не знаю, заметили вы или нет. Что если едет какая-то машина, и в ней открыты окна, и звучит какая-нибудь музыка громкая, то это обязательно какой-нибудь рэп или хип-хоп, вот знаете, такие вот басы, что были слышны. Вот. Ну, то есть для большинства водил разного вида тачек,
рыбачок. Хип-хоп — это показатель крутости, когда из открытых окон на всю Ивановскую, значит, несется не Моцарт, не джазовое, не даже роковое что-то, а вот именно почему-то рэп читается. Я свернула с дороги.